начинаем подходить к стадии личность, культура, космос. Меняется наше мировосприятие. Сначала мы взрастили личность, личность одухотворилась. Возникает культура природы, мы начинаем гармонию природы во всем видеть. А потом космическое мировосприятие. И на космическом мировосприятии даже уже люди заводят отношения не по роду, не по ДНК, не по цвету глаз, а уже по любви. Уже любовь объединяет их рода.